Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео мы с вами поговорим о тех сборах, которые делаются осенью и в основном собираются корни. И сегодня мы поговорим о корнях хрена. Хрен является таким растением, которое вот в буквальном смысле должно быть в каждом огороде, хотя многие не пытаются его сажать из-за того, что он распространяется очень быстро по огороду. Но с другой стороны, хрен это, конечно, уникальное растение, которое действительно во многих странах используется даже в лечебных целях и применяется в препаратах. Вот, допустим, в Болгарии хрен. Он в буквальном смысле во многих препаратах используется как лечебное средство. Китайская медицина очень любит хрен. Тибетская медицина предпочитает использовать его во многих также препаратах. Его, по сути, называют пенициллин с огорода. Его так даже врачи называют. Но это действительно так, потому что он содержит вещества такие, которые являются антибактериальными. У них такая сила великая, что бактерии гибнут буквально моментально. Свойства связаны как вот хороший антибиотик. Только натуральный. Содержит он в себе очень много серы. Сера необходима людям. Тем более сера никогда не может быть переизбытком в организме. Она очень много влияния делает на нервную систему, на сердечную деятельность. Также хорошо влияет на различные процессы в организме. Причем в сочетании с аминокислотами она влияет на различные обменные процессы. И очень важна сера, кстати, в организме, потому что вот недостаток серы является одним из причин многих заболеваний. Кстати, сера, она входит и в инулин, и в состав витамина В1, в хрящевой ткани, в костной ткани, в волосах, в ногтях. И без серы у человека нарушаются вот многие процессы. Хрен содержит очень много серы. Содержит витамина С. 200% в нем аскорбиновой кислоты, как в корнях, так и в листьях. В листьях также имеются флавоноиды. Корни содержат большое количество эфирных масел. Такой гликозид, как синегрин, влияющий не только на состояние организма, но и на кровеносную систему, в том числе на сердечную деятельность. Препараты из хрена хорошо влияют на кровеносные сосуды и на давление. У людей, у которых высокое давление, оно снижается при употреблении хрена. Хрен еще в разной концентрации влияет по-разному. Вот, допустим, высокая концентрация сока из хрена, чистый сок, он, наоборот, сужает сосуды и снижает давление. А вот низкая концентрация, небольшая, она, наоборот, расширяет сосуды и при этом улучшает предстательку кишечника. Поэтому тут нужно смотреть, как правильно использовать. То есть, если вы, допустим, страдаете повышенным давлением, то стараться все-таки кушать хрен. Если у вас низкое давление, и если у вас есть проблемы какие-то сосудистые, ну, допустим, нарушение кровотворения, то вы должны внимательно относиться все-таки к применению хрена. С осторожностью применяется он в первую очередь. Это для людей, у кого есть воспалительные процессы, ЖКТ, у кого есть воспалительные процессы почки, печени, тоже с осторожностью, хотя хрен считается отличным средством в профилактике гепатита. Хрен является прекрасным средством, которое гонит камни при мочекаменной и почечной болезни. Но все-таки нужно быть с осторожностью, не злоупотреблять. Небольшое количество очень хорошо влияет. Кстати, хрен сам по себе является таким растением, которое даже сохраняет все полезные вещества при переработке. Вот его измельчают, если он сохраняет эти вещества в течение 20 дней даже без потери. Также препараты очень долго сохраняют вот эти вещества, несколько лет. Вот поэтому в Болгарии очень часто используют в различных препаратах. Хорошо хрен лечит гастрит, особенно с пониженной кислотностью или с нормальной кислотностью. Вот с повышенной кислотностью хрен нельзя кушать, потому что он вызывает очень высокое выделение кислоты. А вот при пониженной и нормальной кислотности хрен, наоборот, хорошо влияет на проблемы с гастритом. И убивает ту самую бактерию, которая поражает слизистую желудка и вызывает язвы и гастриты. Поэтому хрен очень полезен. Вообще считается афродизиаком для мужчин. Мужчинам вообще полезно кушать хрен. Поэтому хрен должен быть всегда на столе. Он должен быть в любом виде.
Вы можете принимать хоть настойку из хрена в качестве профилактики. Он очень хорошо, кстати, помогает при проблемах простудных заболеваний. Это и натирка, когда у вас кашель. Это и прогревание. Он имеет горчичное масло, кстати. Горчичное масло хорошо прогревает. Это и воспалительные процессы в суставах, и воспалительные процессы при ревматизме, невралгия. Прекрасное средство. Многие даже используют листья хрена, распаривают, прикладывают к местам, где воспалительные идут процессы, и действительно идет очень хорошее такое разогревающее состояние и приводит к улучшению при различных воспалительных процессах в суставах и при невралгии. Помимо этого, хрен содержит очень много калия и кальция. Тоже очень необходимы для нашего организма микроэлементы, которые недостаточны, особенно в женском организме с возрастом. Поэтому женщинам желательно кушать хрен. Это очень полезно. То же самое хренодер делаем, можно его кушать. Или хрен, который мы готовим в качестве маринада. Он тоже очень полезен, он сохраняет всю пользу. Поэтому готовьте обязательно всевозможные вкусности из хрена и кушайте. Тем более, много-то вы его не съедите, а немножечко для организма даже будет в пользу. Были даже известные такие свойства у хрена, как противоопухолевые. Встречались такие моменты, что его используют. В народной медицине частенько это используют, потому что действительно он хорошо влияет на различные патогенную микрофлору, на различное развитие всевозможных опухолей. Хрен, кстати, хорошее мочегонное средство. Его даже применяют в качестве снятия отечности. Ну, кроме, конечно, сердечных отечностей, почечной отечности. Знаете, вот что накапливает лишнюю жидкость. Хрен в сочетании с медом один к одному принимают при бронхиальной астме. Это хорошо успокаивает. Вот это вот, особенно когда идет приступ бронхиальной астмы, в народной медицине это используется очень давно. Даже научная медицина в свое время это применяла в качестве рекомендации врачей. А водные настои хрена очень хорошо снимают воспалительные процессы при проблемах, вот, допустим, пяточная шпора. У многих страдает пяточная шпора и усталостью ног, когда вот распирают пальцы, у кого-то подагра на большом пальце. Можно делать водные настои. То есть берем обычный корень хрена, натираем, заливаем водичкой, настаиваем. Вот этот настой настоялся буквально, вот там с утра сделали, вечером в тазик в тепленький вылили и ножки там свои держим. Вот это вот замечательное средство, которое помогает вот избавиться от пяточной шпоры. Кстати, можно также и прикладывать кашицу и растертую хрена на место, где у вас пяточная шпора. Это тоже очень хорошо снимает воспалительный процесс. Это хорошо снимет воспалительный процесс, когда большой палец у вас поврежден, особенно у кого есть подагра, сустав большого пальца на ногах. Прикладываем кашицу и ходим. В косметологии, кстати, хрен используют в качестве косметического средства, удаляющего веснушки, пигментные пятна. А в сочетании вот с медом, если делать масочку, очень хорошо помогают людям, у кого вот пористая кожа и есть вот большое количество акне. Ну, то есть угрей. Есть такие вот кожаные покровы, которые очень повышенная пористость. И вот эта вот кашица из меда и хрена очень хорошо сужает, во-первых, вот эти поры, очищает кожу, улучшает вообще кожный покров. Я даже советую женщинам делать такую масочку, потому что это действительно очень хорошая вещь. Можно даже с осени накопать хрен, натереть его на мелкой терочке или перекрутить в блендере и заморозьте. Прям заморозьте небольшими кубиками, которые вы можете зимой в течение любого времени сезона разморозить, смешали с медом и сделали масочку. Это прекрасное средство, кстати, улучшающее качество кожи. Вот у нас листики хрена молоденькие, вот эти вот, да. Я вот сейчас начну копать хрен, а вот эти вот листики обязательно соберу. Я их не буду выбрасывать. Во-первых, можно их заморозить, засушить. Они очень хорошие. Их даже можно, если сушите, можно даже потом измельчить и использовать в качестве приправы. А также вот из таких листиков хрена можно сделать чай. То есть вы прям вот сушите листики, измельчаете и можно настаивать как настой. И пить. Хорошее глистогонное средство. Очень хорошее, очищающее организм. И помогает особенно вот во время различных заболеваний, связанных с бактериальной флорой. То есть если нанесли какую-то инфекцию или еще что-то. Также кашица можно лечить язвы, всевозможные гнойники.
маленькие корешочки, молодые. Кстати, совершенно неплохо вот эти вот корешочки собрать. Почему? Из них можно сделать настойку. У хрена есть еще одно свойство, очень хорошее. Даже доказано было, в советское время его даже для этого использовали. Он хорошо снижает холестерин. Для хрена абсолютно безопасно то, что его копают. Для него это даже хорошо, потому что он обновляется. Таким образом, вот мы его здесь копаем каждый год, вот молоденький нарастает. Вот и большой корешочек. Старый корень какой большой. И молодые от него ответвления. На следующий год они еще нарастут. Вот такие вот замечательные свойства хрена, которые помогают нам сохранить здоровье и долголетие. Ну а на этом мы заканчиваем. Кому понравился сегодняшний рассказ про хрен обыкновенный, поставьте пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока.